Я родился на Украине и вырос. Две трети жизни живу в России. Для меня это единая страна. Для меня не существует братского народа украинцы, братского народа русские. Это один народ, искусственно разделенный, абсолютно искусственно, притом неоднократно. Я абсолютно уверен, что рано или поздно здравый смысл победит, все будет у нас хорошо, все будут счастливы. Люди, которые сошли с катушек, в общем-то, с ума сошли, не смогут передать это заболевание своим детям, и вырастет поколение абсолютно вменяемых людей.